Статуя Свободы вот уже 135 лет является одним из символов Нью-Йорка. Когда-то подарок Франции Соединенным Штатам Америки встречал корабли с теми, кто решил искать за океаном новую жизнь. Сейчас же это достопримечательность и один из талисманов города. И скоро таких талисманов станет два. Париж решил отправить в США вторую Статую Свободы для того, чтобы освежить и усилить франко-американскую дружбу. За океан отправится младшая сестра, творение Фредерика Бартольди и Густава Эйфеля. Она в 16 раз меньше и чуть младше. Копия, которая сейчас находится на углу двух парижских улиц, была создана в конце 19 века на основе оригинальной формы, некогда использовавшейся для изготовления гипсового прототипа той самой «Свободы». Обе статуи символизируют франко-американскую дружбу и свободу наших народов. Между оглашением независимости США и Французской революцией всего 13 лет, так что наши истории очень плотно сплетены. Новый подарок отправится в США 7 июня, через день после годовщины высадки союзников во Франции, а прибудет в Нью-Йорк 4 июля, в день независимости США. После этого отправится в Вашингтон, где проведет ближайшие 10 лет во дворике у посольства Пятой Республики.